Детская мечта, воплощенная в керамике. Автор этой работы София Соловьева, ученица Тольяттинской художественной школы имени Марка Шагала, изобразила себя и свою семью плывущими на пароходе. Работу представили на выставке «Юбилейная палитра» в детской картинной галерее, которую посвятили 30-летию школы. Это краски, это эмоции, это детство, это и глубокое рассуждение о мире, о жизни, о истории, о корнях, о традиции. Здесь есть все. Работы совершенные, они все закончены, они все имеют и композиционное, и цветовое, очень грамотно сделанное. Художественная школа начиналась 30 лет назад, как студия керамики. Позже ее назвали именем известного художника Марка Шагала. Сейчас школа – лауреат многочисленных российских и международных конкурсов, а работы, представленные в экспозиции, – ее емкое и наглядное творческое портфолио. Здесь показаны и новые работы, и лучшие картины и скульптуры из запасников школы. Для зрителей это возможность увидеть особый тольяттинский колорит. И вот во всех наших произведениях, и в керамике, и в изобразительном искусстве, мы видим стилизацию образа, стилизацию человека, стилизацию птиц. И в каждом этом образе взрослый человек может увидеть ту свою реальность, которая скрыта у него глубоко в душе. Выставку можно будет увидеть в детской картинной галерее до 6 апреля. Олег Зверев, Семен Безгинов, Константин Головин. События.